Всем привет, с вами студия «Автозвука в огнях», и сегодня мы с вами проведем краш-тест двух сабвуферов. Это Альфакт Мачете М10 и Урал ТТ-10. Разница в стоимости у них незначительная. Мачете стоит на момент съемки этого видео 4600, в том же самом магазине. Урал ТТ стоит 4200, поэтому в принципе это сабвуферы одной ценовой категории, поэтому мы решили их сравнить. Что мы сегодня сделаем? Так как все любят мясо, и мы любим его в том числе, мы решили снимать краш-тест не на номинальной мощности, а превысить номинал в два раза и посмотреть, кто раньше сдастся. Как вы уже можете увидеть, сабвуферы у нас уже краш-тест прошли. То есть сначала мы их уничтожили, а после этого уже снимаем вступление, поэтому колпак ТТ-шки немножечко в неликвидном состоянии находится. Вы сегодня сможете увидеть почему. Более того, из-за съемок данного видео у нас уже пострадала одна Sony Alpha. Надеюсь, на этом все закончится, поэтому сегодня у нас будет краш-тест не только двух десяток, но и краш-тест очень-очень дорогой видеокамеры, которая пала смертью храбрых ради того, чтобы вы его сегодня посмотрели, поэтому прошу проявить к ней уважение, почтим ее память. Для того, чтобы тест был проведен максимально правильно и контроль выходных параметров осуществлялся на расстоянии, мы подключили усилитель к приборам из PayLab, и вы в видео на мониторе компьютера увидите ту мощность, которая летит на сабвуферы. Ну что, друзья, поехали! Мачете М10. Запускаем усилитель. Так. Номинал заявлен производителем как 350 Вт, поэтому мы подаем сигнал частотой 50 Гц и вшиваем ему 700. Готово? Готово. Запись включил. Урал ТТ, номинальная мощность, заявленная производителем 500 Вт, поэтому вшиваем в него киловатт. Держишь? Да. Thank you.
разбился, прикинь. Загорелся, реально? Да. Видела? Нет. Даже колпак прострелило у него. Сейчас я покажу на камеру, что происходит у нас тут. Блин, ну без стабилизатора. Ебать. Что такое? Разбил нахуй камеру. Итак, результаты краш-теста вы видели сами, несмотря на то, что на Урал летело больше мощности, а летело больше, потому что у него заявка по номиналу выше, соответственно, так как мы превышали РМС два раза, решили сделать все это относительно заявки. Если в случае мачете это было 700 ватт, да, то в случае ТТ это был киловатт. Тем не менее, Урал продержался больше, продержался значительно дольше, причем на удивление, мне кажется, что ТТ-шка держит мощность даже лучше тех линеек, которые выше нее. Я, конечно, не краш-тестил еще булаву и победу, но что-то мне подсказывает, что она по мощности будет даже не хуже, чем они. И линейка ТТ именно сабвуферов в плане мощностной выносливости уже не первый, не второй раз меня поражает. Если вы посмотрите мой канал, пороетесь в видео, то увидите еще там, 2 года назад, мне кажется, были тесты первых прототипов, когда он 700 ватт перетерпливал в течение 7 минут, по-моему. Потом были краш-тесты уже серийных образцов, где тоже сабвуфер отлично справлялся со своей задачей. И как-то все не удавалось его убить, но вот сегодня наконец-таки мы превысили РМС в 2 раза. И это помогло сабвуферу уничтожить. При этом обращаю ваше внимание, что он слишком долго не хотел сдаваться, уже даже надоело ждать, когда он сгорит. И, как я понял, загорелось-то все уже просто от дикого превышения температуры, потому что и катушка, и лак, и клей смогли выдержать эту температуру, она не рассыпалась, там, не замкнула, да, как обычно это бывает у всех сабвуферов, и пыхнуло просто уже, я не знаю, что там загорелось, но просто от дикого перегрева уже мы просто увидели огонь. К сабвуферу действительно было не прикоснуться, при этом стоит отдать должное, катушка выдержала, она не сползлась, не загорелась, лак не расплавился. Я впервые такое вижу, если честно, среди всех линеек сабвуферов, которые мы тестировали, начиная от самых бюджетных, заканчивая там топовыми линейками за 40 тысяч. При этом, даже если сейчас взять сабвуфер, ну это же краш-тест, правильно? При этом, если даже сейчас взять сабвуфер и понажимать, то мы слышим, что катушка-то не шоркает в зазоре, да, то есть у нас от перегрева даже повело весь колпак, он лопнул, но тем не менее все осталось живо. Мачете у нас, конечно, погнала не такие показатели, не так хорошо себя повела, сейчас я ее достану. Мачете у нас был на тестах не в первый раз, и в принципе по своим мощностным перегрузкам, мне даже кажется, что десятка терпит мощность дольше, чем двенашки, по-моему, были, и, по-моему, пятнашки даже мы уже тестили. Вот как-то так сложилось, что десятка у Альфарда получилась понадежнее. Тем не менее, в сравнении с Уралом, вы все видели сами, и я думаю, доказывать здесь что-то, и я думаю, говорить что-то дополнительно будет уже лишним. Спасибо за внимание, спасибо, что оставались с нами, всем пока! Какой-то у нас сегодня падающий краш-тест. Все падает, все ломается, просто все рушится.